Современная стоматология располагает огромным арсеналом методик и материалов, позволяющих добиться прекрасного эстетического эффекта при самых различных дефектах зубов, изменениях цвета и формы, щелях между зубами, потемневших старых пломбах, полученных травмах. При реставрации форма и цвет зуба заново восстанавливаются искусственными материалами. Нет нужды убеждать пациента в том, что качество этих материалов имеет первостепенное значение. Мне захотелось иметь вот некие технологии, которые сюда не завозились. Американцы и японцы, потому что, пожалуй, по соотношению цена-качество, это лучшие производители, как правило. Зуботехническая лаборатория компании VV Centers – одна из старейших в Латвии. Но ее оборудование, применяемые в работе технологии и материалы, самые современные. С ней сотрудничают ведущие специалисты компании с мировым именем. Высочайший уровень интеллигентности, высочайший уровень сервиса. Материалы, которые используются людьми, на очень высокий уровень материалов, хорошие стандарты. В красивой улыбке заключается секрет человеческого обаяния. Помимо внутреннего света, особую роль играет внешний вид зубов. Новые технологии успешно применяются для улучшения улыбок многих пациентов. Помочь человеку приобрести красивую улыбку. Это современные косметические методы, которые предполагают минимальное вмешательство в зубы, да? То есть минимально обточенные зубы, достаточно прочно, надежно и, как вы видите, очень красиво и естественно. При разнообразии технологий и материалов цены на протезирование могут быть вполне приемлемыми и в любом случае адекватными качеству произведенных работ. Есть разные варианты. Есть варианты для тех, кто может себе позволить нечто более дорогое и более красивое. Есть варианты для небогатых людей, которые могут себе позволить тоже очень приличную и нормальную улыбку. Здесь создают, но не клонируют улыбки. Каждая работа неповторима, ведь ее секреты слагаются из индивидуальных особенностей каждого пациента и такого же подхода специалиста.